Привет всем любителям хорошего качественного звука. В эфире канал Звукомания и Алечук Александр. Представляю вам очень интересный, самый, скорее всего, худший динамик, среднечастотник из серии среднечастотников для S90, Vega и прочих. Это 20 GDS. Еще раз привет всем любителям советской звуковой техники. В этом видео я расскажу про 20 GDS, он же 15 GD11. Их ставили в колонке S90, а вообще в Рунете принято ругать традиционно. Но когда люди критикуют S90, то больше всего достается именно среднечастотникам 15 GD11, более известным как серия 20 GDS. Под индексом 20 GDS головка динамическая среднечастотная 20 Вт существовали три модели, выпускаемые разными советскими брендами, но технически отличающиеся материалом подвеса и составом материала диффузора. 20 GDS1 радиотехника, резина, тканевый подвес, 20 GDS3 амфитон, 20 GDS4 резиновый подвес, возможно, были и другие мелкие отличия. В общем, пишите это все в комментариях. А в основном для S90 изготавливали их на Прикарпатском радиозаводе в городе Ивано-Франковск, а также на Бердском радиозаводе. 20 GDS4 применяли как в закрытых ящиках и в фазоинверторных акустиках первых и вторых групп. В качестве среднечастотников в трехполосных системах для прослушки в обычном помещении. Следующая версия динамика 15 GD11A. Хорошо, корзину изготавливаю из алюминия литьем под давлением. Совет: будьте осторожны при покупке Савита из-за внешней схожести. Вместо 20 GDS 4.8 могут продать 10 GDN1 6GD6. При одинаковой цене у обманщика барыш невелик, поэтому хочется верить в то, что продавец и сам не знал, что продает, по незнанию темы или утрате маркировки. Но это уже другой вопрос. Еще один такой вот косяк производителя – пластиковый пылезащитный колпачок с металлическим напылением. При определенных условиях он осыпается напылением в магнитный зазор, забивая звук. Целлюлозный колпак, вот как вы видите здесь, при всей его архаичности звучит всегда великолепно и работает долго. Еще раз, уже для владельцев этих динамиков, всех модификаций, за всю свою жизнь я предел множеством этих средняков. Пропитки всех мастей, колпачок от теннисного шарика менял с графитом, замена колпаков с бумажных на пластиковые, алюминиевые, изменения фильтры. Но это все как мертвому припарке, только физическая замена его на любой лучший динамик. Кстати, на моей памяти в несколько раз знакомым друзьям включал S90 с неработающими средняками, они даже не заметили на слух. Ничего вообще. В качестве альтернативы замены 20 GDS предлагаю широкополосные советские динамики 4GD7, 4GD28, 4GD35, 3GD38, 4A28 и прочие подобные. Хороши как один средник в одну колонку, так и две штуки в одну колонку. В общем, меняйте вот эти вот среднечастотники, и будет вам счастье. То могу сказать по итогу. Еще раз скажу, меняйте их на более лучшие, лучше широкополосники.
и будет вам счастье. Можно широкополосники в открытых ящиках использовать, можно в щитах, и намного будет лучше вокал, намного будет лучше звуковая сцена. Да, конечно, их создавали как компрессионные динамики для 75GDN. Но в наших условиях, в нашей современности, в наш век качественного звучания, они, если честно, ну, не то что не дотягивают, они даже и до среднего качества не тянут. Но, в принципе, как начало в S90 вы их можете послушать. Ну, конечно, лучше же менять и вообще лучше переходить на более другие среднечастотники, либо уже по жанровости какой-то менять себе, какие-то менять себе колонки. Он, в принципе, неплох, но это всего лишь начало. Меняйте, и будет вам счастье. А на этом с вами я прощаюсь. Пока-пока и удачи найти свой лучший среднечастотник.